Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаю сборку автомобиля ГАЗ М1 от фирмы «Звезда». Ну что можно сказать? Сборку я окончил, теперь подготавливаю модель к покраске. Перед тем, как покрасить модель, я сделал стекла томиевским скотчем от фирмы «Томия». Собрал все мелкие детали. Ну и начинаем покраску. Предположительно, ГАЗ М1 хочу сделать камуфляжным. Для этого сейчас буду намешивать краски на глаз. Краски буду использовать фирмы Tamiya. Камуфляж будет двухцветный. Зеленый 4БО и охра. Вот. Но перед этим планирую нанести и сделать прыт-шейдинг на модели, чтобы выделить углубления, щели и мелкие детали темным цветом. Ну, приступим к покраске. Ну вот, подготовил модель к покраске, намешал на глаз краски, которые мне понадобятся для камуфляжа, и закрыл диски масками, так как ранее я диски покрасил черный цвет, и чтобы выделить цвет резины старой, пришлось использовать маски. Отдельно хочу сказать про маски. Для масок я использую вот такое вот средство, называется Patifix. Очень хорошо приклеивается и потом довольно-таки хорошо снимается с краски, не порча краску. Вот, например, сейчас продемонстрирую. Вот снимается довольно-таки хорошо. Потом немножко надо промакивать, и будет не останется никаких следов на модели, не снимает краску, ничего не повреждает. Также я вот этот Patifix использую и для покраски камуфляжа. Ну, потом продемонстрирую дальше в видео, как это все делается.